Нет, Джейми не пишет тебе: «Ого, привет, дружище, давай дружить», потом пишет за спиной, типа: «А, это хуйло». Вот. Поэтому таких пидоров надо мочить в реальной Он жизни. вчера перед рейдом писал, что я его братишка, чтобы я зашел на протопал и потанчил. Потом я вышел с этого мага, и он начал писать на друида, что я урод. Он тебя затроллил просто. Ну это Кажется, ты на Джимми гей карту двуличный. пишет. Это ты про Джейми сейчас? Так он троллит, ты чё? Ты просто подумай, что он пишет это в ПМ, и просто прикол такой. А этот пидор пишет при всех в одной гильдии, прямо открыто с одной целью. Верно. А чё упало? А чё лут-то не раздавить? Я не знаю вообще на Леге лут. На мне нет лута, блин. Есть на Там тебе такой лут? лут. Тут Ну на окей, танка давай все ладно, абсолютно. на себя лут. Фул Сам на танк себе лут. ставь. Пипец. Ах, кто там возле сундука остался еще? Ну я. Ну вот они, передавай, блин, ты же Рел. Следи за лутом. Он Это ж Керсаки не тебе его отдали. передал. Рела передал? Не, я Он тебе передал драгбу. лут, еще на Тогда профе. без вопросов. Не, он добычу распределяет драгбу. Давайте, сейчас положим. Вечное кольцо на танка, на мейн, кому-то надо? Давай, Поклонский, кидай трейд везде. Че, у него плеер выше на СПС? А ты что, на танк ролишь? Да, я пока писал, что я рулю на танк. Я пока Олег отойду на минуту. Короче, прикольно, я спускался на лифту, сменил спек, спустился и умер. Я думаю, лучше ДК отдать, потому что вары редко танчат. Очень редко. Тут не консул лут, тут Поставьте шкаф. ПР. Хочешь консул лут, иди на БК играй. Его контур. Это типа как Джерин настал, типа отдавать только нормальным типам. Да. Это дело не в нормальности, дело в рациональности. Окей, я Он не бы сейчас еще дорожал. и шея просто походу останется. Я просто так сказал свое мнение. Ну, давай по-другому. Кому вот эти три шмотки на танка? Сейчас распредели по справедливости. Вот эта петля вам обоим надо? Ну, Поклонскому только кольцо. Сапоги. Балтика. Понятно. Все тут. Я думаю, с Балтики не войду. На оф такой пароль и все, что останется. Блин, а почему на меня у одного нет ассиста? Короче, Балтика выше, ППР. Давай, это Балтика трейд. Если хочешь, О, уступи. давай убьем эту тварь. Ты на пик. Не-не-не, ну пусть он есть танчик, пусть ему. Хорошо. Держи. Поклонский, держи. Скажи спасибо, Балтик. Бля, какой-то скомканный рейд, ребята. Так. Сейчас я что-то мне он закинул еще вещей каких-то. Вот, на офспек надо кому-то. Это по ролу идет 10%. Вот троп выше. Давай, кидай трейд звезде. Я обнимаю тебя. Так, и сапоги. Ты можешь, ну давай, троп, держи сапоги. Ты можешь, конечно, поделиться шмоткой герцогини, если хочешь. Главное это взаимоуважение в рейде. Джирен, ты зайдешь? Скажите, когда добьете. Yes.
Блин, такие рейды реально дезморалят на самом деле. Где Войт? Не, он троянский, какой-то новый лоб, его походу взяли в гильдию в этом рейде. Он, наверное, сидит охуевает, что мы такие конченые все, да? Да вон, Вар тоже новенький, пришел первый рейд свой и потом ливнул с гильдии. Ой, точнее, с рейда, и ты его кикнул с гильдии. Не, он не, он ходил в рейд, у него там не пэбло какой-то. Это ЗРС, может быть. Самогон, ты в РК? Да. А тебя кнуты примут вообще? Не. Почему? Ну, потому что я ливнул от них. И чё? Потому что меня они заебали, тупая гильдия. Студент по обмену, давай. А Dark Stars и умная гильдия? Ну смогу, да, кнуты, тут джектив. Чё кнуты? Я говорю, студент по обмену, самогон кнуты, твиночка в дарке. Твиночка? Да. Коля. Они за альянс рады сейчас. Не, вставай. Дресни. Помню, 3 года назад все лучше писали, что твиночка конченая. Что-то изменилось? Сейчас пишут. Не, так и сейчас пишут. Все, короче. Вот, ты будешь рейдить? Короче, спасибо, но я не хочу 3 дня тратить амбал. Дыря. Протопал пишет АФК 1 минуту. Блин, я сейчас я кнутом почувствовал, когда на профи мы сидели. Помню, как мы РС сначала начали убивать после одного первого кнута. Бля, это было просто пиздец. Люди, ну, мы тупо не видели третью фазу из-за того, что люди банально умирали в лезвиях, умерли от огня и падения метеора. Вот, ну, бля, ну это пиздец. Надо набор закрывать. А можно пимпа кикнуть? Ты хотел кикнуть пимпа там, прицел, каноба, серсею. Серсея нету. Кто там еще? Вот кикнешь ты псих меня, и что тебе это даст, скажи? -1, долбоёб. Моральное удовлетворение? Допустим, смотри, я тебя тоже долбоёбом считаю, многие тебя тоже долбоёбом считают, то есть понимаешь, ты меня кикнуть не можешь, видишь, у нас есть разница. И что я тебя кикнуть не могу? Ну, я же тебя тоже считаю долбоёбом. Одно дело считать долбоёбом, другое дело, когда ты считаешь человека долбоёбом и можешь его кикнуть с гильдии за то, что он действительно долбоёб. Ну, ты тоже действительно долбоёб. Ты же не можешь мне кикнуть с гильдии за это, а я могу. Ничего страшного. А не, какое-то херовое сравнение. Так, отойду, чайник кипит. Ладно. Дима, нахер ты-то прыгнул? Ты понимаешь, что ты, короче, атмосфера в гильдии уже никакая. Да, отлично, по-моему. Ну, просто смысл в том, что он мне пригрожает киком с гильдии из-за личностного отношения, типа, его ко мне. По-моему, это как-то не ок. То есть, есть люди в гильдии, которые ко мне отлично относятся, то есть, ну... Серсей и Каноп? Нет, почему? Тот же Кощуга, допустим. Бля, злой. Каноп, кстати, ко мне не опытный, вот Ралли... Назови 10 человек, которые к тебе нормально относятся. Ралли к тебе нормально относится? Конечно. Ралли, ты тут? Вон, Маракс, пожалуйста, скажи в РК, что это неправда. Ну, я держу нейтралитет. Вот, молодец. Понял, в идеале пишет, что он ко мне я неплохо и нехорошо. Так он тебя просто не знает, понял? Ралли тебя не знает, поэтому нормально очень тебя. Ралли со мной каждую неделю ходит в рейды, так что, ну, ты что-то хуйню несешь. Так он, наверное, голос тебе выключает. Открисать. Ну, просто ты думаешь, что ко мне все хуёво относятся, ну, ты не прав. Ну, потому что ты кепку козырьком вперед носишь, все логично. А ты козырьком, пидорас.
Не, все нормально, все носит козырьком назад. Нет, она кепка козырьком назад, долбится взад. Йоу. Так, Джерен, зайдешь кем-то? Че я зайду, я тут доделаю квас. Старожила, нормальный чувак или нет? Кто его вообще знает? Может это тоже какой-то твинс-контрол? Ну, давай заходи, убьем Синдру, потом будем вайпаться на личей и убивать квесты. Мохито говорит, у него у нас в гильдии твин есть. Да, нормально. Да, нормально. Там куча долбоебов, которые говорят, что у нас твины есть, типа, чтобы потроллить. В адептах тоже были шпионы. Да не, может они есть, но они там в каких-то бродягах. А это ничего не дает. Эти бродяги никуда не ходят, толку от них. Я ж не буду палить своих твинов в нотах. Так. Хотите я клинком каким-нибудь шпионом кому-то зайду? Вон, тебя убивают. Да я не могу ничего сделать, я вылетел. Ты говоришь, Димон, мне слышит самогон. Эх. Джерион, заходи. Он заходит. Давайте решим по хилам, что у нас. Три рестер шамана. После, давай похилишь тоже. А утро потанчит. Объясни, что как танчит. Бля. Ну просто, ты когда это видел, десятки танчил? Слышь, молот праведника. Обновляйся. Не танчил сам, но я видел, как другие. Я могу спекнуться в танк, но надо тогда тпшнуться и спек сделать снова. Это минута. Ну, хорошо, ты видел, как на второй фазе танчит БДК, как его меняет протопал? Ну да, на скольки там? Столько. Да, да через каждую глыбу просто его меняй и все. Да, через каждую глыбу, во-первых, а во-вторых, когда тебя будет БДК менять, ты забегаешь за глыбу скидывать стаки. Скинул стаки, можешь идти опять менять его. Главное, там себе кидает лани, ему тоже БДК. То Синдра дышит в тебя и вешает дебаф на замедление бега и так дальше. Но до третьей фазы я вообще ничего не делаю. Ну, если БДК кинется склеп, ты ловишь босса. Это Ваня Варенька? Ой, там сидело пара нубик. Хуяйся, блядь. Блядь. Мы не выхилим так вчетвером. Надо опять хотя бы хилок. Давай в ДЦ. Ты в повороте был? Да, Слипсон, давай тоже в ДЦ. Давай, Войд, будешь рейлить? Да, конечно. Чем ты Джерри накикнул? Ну он не заходит. Так он же сказал, что зайдет. Ну да ебал так захождение такое. Какое-то кидалово попахивает. Ну давай, тихо. Блин, он так и не зашел до сих пор, посмотри. Прошло. Это предвзятое отношение. Так а куда он будет заходить там? Фул, по-моему, у вас, нет? 25 человек в рейде. Он грузится, ты знаешь, как долго грузится, когда 900 поставьте человек онлайн? Шкаф. Пожалуйста, поставьте шкаф. Друзья. Старожила, дверка. Старожила. Я уже спекнул. Старожила, дружище, дверка. Он пришел. Нет, ну, пришел. Хотел бы услышать его дверка. Я опять до каски разбавлю колер. Ты скажи что-то, дверка, пожалуйста. Вон, смотри, Литрион зашел. Киньте, пожалуйста, Литриону пати, чтобы мы продолжили этот великолепный рейд. Кинул пати. Спасибо. Синдин уже принял КД. Так, Синдин унес плащ СРС. Да, я считаю, он не заслуживает нахождения в этом рейде. Да все, отлично. 26 пойдем. Че, можно начинать? Да, начинай, на тебя систем есть, если давай, хочешь найти. Мирелла, да. Бафните лапу.
вороте, вороте. Спускаемся вниз. Дайте лапу. Спускаемся, запускаем босса. Войд по шаблону играет. В каком из букв имеете? Там А, Б, В, Г, да? Давайте дамажем. На пульте на ДДК. Пяшку приготовили. Беги, малышка, беги! Любая смерть от пяшки от бомбы 200 готов. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти? Репещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бездействует! 6 склепов внизу оставляем. Между собой рейндж держим. Где-то вниз, половины подбиваем без дот. Все, прячемся. Падает слева, спрятались. Справа близко. Дальний склеп РДД подбиваем. Справа далеко. Дальний слева склепы подбивайте до 50. Близко справа. Склепы давайте старков. Я слил дим. Как не путем? Лип Сонгс. Тут там эрдру умер. Милики не больше 6 стаков. Сейчас будет притяжка, смотрим. Беги, малышка, беги! Ну, сторожила, походу, завис. Сторожила, ты как дела у тебя? 200 ГП у тебя? А ты пиши, что ты ври. Метки приготовились. Меточки ставим. До половины подбиваем равномерно. Все 6 меток. Смотрим, падает справа далеко. Спрятались. Слева близко спрятались. Дамажьте левый скреп. По центру падает, спрятались. Левый склеп подбейте, фуловый склеп. Последняя блюда падает. Слева близко, спрятали. ОБД в склепе. Боль 200 ГК. Левый склеп все. Дамажим босса, давайте рост. Все глыбы будут нестись под босса. Только не близко к хвосту. Вот так как сейчас звезда стоит, вот так ставьте. Великие, готовьтесь бить только глыбы. Внимание, вторая фаза. Метка, секунда. И готовьтесь отбегать, милики. Зинаида под босс, и милики свалили. Быстро. Ушли оттуда. Кто замораживается, лишние 200 бит. Сразу разбиваем глыбу, стоим ровно. И скидываем стаки. Следующую также под босса будет притяжка. Лимон под босса, милики ушли быстрее. Отойдите чуть назад. От нее. Рейд, отбегите от нее.
Сейчас рейд звездочку сместились, быстро влево отошли. Притяжка будет до половины глыбы подбить. Милики, отойдите. Когда мне забирать боссов? РДД подбивайте. Как скинешь стаки, так и забираешь. Жди СПД под босса. Куда ты бежишь, сучий твой пот? А поздняк уже. Скай там идет уже. Кому надо? Разбивайте РДД эту глыбу, милики босса ковыряйте. РДД глыбу, фул ДД. Тупые что ли, блядь? Под босс Драгма. Антихам гимна ХП. Освобожден к нам. Разбиваем глыбу. Ну как скинется стак? Сразу разбивайте глыбу. Следующая под босса. Угу. Все под босса глыбы, внимание. Под босса Леонида. Сразу ее разобьем. Поюгим. Молодец. Следующая под босса будет притяжка. Слип под босса, милики свалили. Глыбу до половины, будет притяжка. Не нужно его убивать. До половины подбили. Чуть-чуть подбивайте глыбу. РДД глыбу подбивайте. Беги, малышка, беги! Подбивайте. До 30% бейте. Все, разбивайте. Фул ДД в глыбу. Следующая под босса. Бакс под босса. Все остальные ушли из-под босса. Левее встань. Вот. Сразу разбиваем эту глыбу. Следующая под босса. Я под боссом, милики ушли. Свалил. Сразу разбиваете. Сильнее глыбу. Следующий под босс. Милики ушли. Свалили. Сразу разбиваете. Потом еще одна под босса будет притяжка, а потом в сторону их добиваем. Может доты и так дойдет. Разбейте глыбу. Сейчас под босса глыба. Пим под босс. Будет притяжка. Ждем притяжку, потом добьем. Спрятались все, будет притяжка. Спрятались. Глыбу до половины. Беги, малышка, беги! Можете разбить у него там портал, в принципе. То есть разбивайте глыбу в сторону. Нет. Ну нет, Синдин в сторону, добиваем босса. Все, красавчики. Часы. Защитник. Свободно. Все, пошли на меча. Дрожило, ты лагаешь? Багровые мертвые. Я не знаю, может не будем начитать, если вайпа не было. У нас же вроде за вайп. Или будем начитать? Нет, не надо. Освали осколок, куда уж. Боль, вставай. Свали, наверное, там и остался. Ну, по-моему, не было осколок. Сторожила, ты тут? Тебя менять? Он вроде бы как. Есть... Если будут вайпы, придется ГБ кидать. Если на профи чисто кукла не вывозила из-за аирдро. Бля, мне не нравится, что он не отвечает в РК. Так он не может говорить в РК, он вроде в чат писал. Вот. Так 2К18, какой РК, Олег? Все в Дискорде сидят. Чем так, давайте тут кто-то другой потанчит, не я. Я имею в виду, что не то, что в РК говорить, а отвечать на то, что тебе в РК говорят. Меня эти шаркари завалят нафиг. Ну что его поменяем, потому что он лагает. Поэтому червер есть. Он вообще ничего не слышит, что мы сейчас говорим, походу. Он в РК. Смотри. Кто, Димон? Нет, сторожил. Вот я же его сейчас кикнул, сейчас спросит, а за что? Так кинь ему ГП. Сторожил. Всем пацанам, кто умер, тоже ГП надо кинуть. Смотри, откинул на него метку. В РК я пишет. Он с кнутов, наверное, или откуда это там? Без мика. Почему ты долго отвечаешь так? Это слишком подозрительно. Части 5 почти мак. Сторожила, ты лагаешь? А почему ты умирал на этом, на притяжке?
Кто, блядь, вас набирает в гильдию? Слышь, Стержел, а ты за сколько этого мага купил? Боль, ты на синдре еще? А? Боль, ты на синдре? Тоже на синдре. Суманите, пожалуйста. Подожди, разроль вещи. Давай. Какую? Часы надо кому-то? Ну, кидает там ролл часы на ов, типа, понял? На ов. Зинаида Павловна, наверное. Боль выиграл. Блоку надо эти часы, зачем? Да, нет, зачем мне блоку, блядь? Я дал, короче, этому пацану. Токен, рольте. Дважды уже кидаешь, пацана. Он токен уже есть, да? Ренивал, красав. О, кто выше, ЖСПД или Мирандес? Это на мейн. Мирандес это Алчат. Тогда ЖСПД я дал. Ой, а. Конченый. Реролить, пацаны. Не-не-не, это по ИПГП. За что ты дал черному лимону 300 ГП? Потому что он выиграл этот печеньку, а он не тому отдал. Чего? Ну так что? Я токен дал жрец ПД, он выиграл. А, бля, вы ебать. Так Мирандас и жрец ПД, киньте ролл, там же 79 оба кинули. Ну вот. Все. Уже есть самогон, короче, за пугов, понял? Такая тварь редкостная. Нет, я не за пугов, я просто за просто честно нажрал лута. На тебя, игнор, чтоб ты молчал. Я не помню, по-моему, он получал Мирандас. Мирандас, ответь мне, пожалуйста, я тебе давал токен. Один токен за рейд, я начал рейд договорил. Мирандес. Мои оба забирали, и тот, и тот. Ну, если тот и тот забирали, то Мирандес выиграл. А еще псих второй раз Лока боль кинул. Ой, бля. А там третий никто не ролил, там, по-моему, черный лимон или нет? Нет, никто не ролил. Ну все, тогда вон, жрец ПД, отдай ему токен Миранде. Да сейчас, а там. Да протопало на этом. Да, пусть вот ботанчик послем. У нас хилов не хватает. Так. Может, пускай войд ботанчит своим варом. Эл, нужно срочно отойти на 5 минут в туалет, можно? Да. Благодарю, Эрел. Да, не, это войду, к войду. Что? Псих отошел на 5 минут. А-а-а. Так что, я рел, что ли? Да. А, ну ладно тогда. Послен, ты оттанчишь или че? Спикайся. Что лучше, Эрдру или ДЦ здесь? И то, и то. Ну, слепоник всегда в ДЦ. В Маджик будет духов лучше заливать. Три ршама и ДЦ идет. Три ршама, ё-моё. Ну, не два же. Но я в них не уверен. А три и ДЦ это заебись. Ни у кого-нибудь может Элем есть или Энх? Зачем? Не, уже СПД есть Элем. Вы выхилите втроем. Черный лимон хорошо хилит. Мирандас. Да думаю, выхилим. Вполне. Мирандас тоже. Маны только залейте, если че. Мирандас, слышишь? Я что-то не уверен в них. А как включить уровень шмота? Ну смотри, мы на профи всех выхилили нормально. Тем ну, более. Так кто лучше тут захилит, ты или ДЦ? Так кто скажет, как уровень шмота включить? Это нормальный чувак. Спекается, там будем жрец ПД говорите, да? Да, жрец ПД так себе хилит.
Блять, хватит осколок линковать. Что ты говоришь? Да осколок линкует этим лут-мастером кто-то. Как его выключить? Забрал осколок? Поклонский забрал осколок? А у меня этот лут-мастер вылез. Ну ты должен его отключить тогда. Ты поставь лут, каждый за себя и забери. А ну-ка. Борис, могу вот в интерфейсе выбираешь там дисплей. Да я уже нашел, спасибо. Забрал, нет? Да, сейчас свалю, сейчас заберу. А падали счеты? Нет. Сдайте шкаф. Поклонский, долго тебе там бежать? 30. Пока по станам утроп. Валик станешь, умеешь? Конечно. Значит, кружок станешь, герцогиня, ромбик. Кружок это первая, ромбик это вторая. Послен, это пал. Танчишь, станешь, трусы, это третья валька. Че ты, забрал осколок? Все, не навали, не тушевать. Пять локов, так что убиваем с первого трая, это прям изи. Все, чек на пул. Ставь. Пин в повороте. Не могу лут поставить. Сейчас. Драгма, Синдин. Подходите, пожалуйста. Чекните там, меч продают с лича. Тем, кто был со мной в рейд. Классно. Чё, лич? Драгон. Вон там маг продает. Пуху с лича. Вот, в этом все кнуты. Драгма и пин. Драгма. Он там в другом канале, посмотрите, пожалуйста, ВРК. Фу, Ванёк, я души посрал, если чё, сейчас. Всё, я тут есть, чё, пацаны. Короче, кто улетает, милики, это 200 ГП. Значит, ДД-зону вводит звёздочка. Квадрат, милики. Квадрат не улетает, как бы. Если квадрат улетает, тебе быструю смерть, это плохо будет. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Да нет, это Балтики ГП. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством. Давайте сосредоточились, убиваем и идем в РСК. РСК уже время 12 часов. Да, ничего страшного, до часа успею. Секунды бой. Готовились. Маски. Я оставлю тебя в живых. Смотрим ловушку. Здесь мы сейчас улетим, потому что я не сменил шмот. РДБ пробежали. Мат 3 секунды смотрим. Более выносить. Не спел. Когда кто-то чуму выносит, отходите от него, чтобы порезать. Продвигай, Женя, мы достаем.
Станьте звезду. РПД опять пробегает. Миликов пробеги, сейчас будет чума секунда, милики проходим. Руку пробежал. Не успею. Испел урглак против выберем. Ну шаман, ну стань ты к звезду, для чего метка? Бля, милики, давайте речь, далеко очень. Сейчас речь подойду. Ловушка, секунда, смотрим. РДД пробежали, чума, секунда, смотрим, чума. Пытаемся выносить бал, типа чат. СПВ. Ловушка. РДД пробежали, протопал на край. Ловушка была в центре, все нормально. Ну стойте звезду, РДД куда пошли? 3% еще. Смотрим сейчас ловушка, внимание. Ловушка на край все. На край все. Чума, черный лимон побежал. Не успел, диспель. Диспель, хорошо. Переводим, перевели. Готовимся к нему, захил рейд. По мане нормально там у вас? Антихам гейм на ману. Третьего духа находишь? Нету на панели, прости. Так вот еще пока что. Лень искать. Сам набираю игру. Сейчас сильно будем бить, сильно в духа сейчас бьем. Фурики. Фурики. Далее в квадрат. Квадрат, звезда. Ровно встали. Всех разбиваем. Так, один блок. Бьем две вали, сильно. Лужи из-под вали разбежались. Из-под вали ушли милики, ушли герцогиня в сторону. Бьем вали. Даем гер. Рост. Сильно дамаг. Вторые тоже разбивают. Лужа будет быстрее. Как первая валька спустится, сразу в сторону разбегаем. Право-влево. Я могу стан, кстати, дать. Давай, нет. Как, да, приготовьтесь. Как первая валька спустится, вправо и влево побежали. Приготовились. Побежали. Вышел из-под валик, бьем валик цепь. Всех бьем. И ромбик, и кружок. Трусы надо слить там, шаман. А, нет, или сорян. Ромбик сеть. Бьем, бьем. Ключа дома. Так, поверни в другую сторону с спиной. Вы уже разбежались сейчас, милики вышли из-под лича. Вышли из-под лича. Он летаем оставил. К личу сбежались. Быстро к личу. Квадрат встали. Полетим. Поверни спиной на квадрат. Вот встали. Точку. Бьем валик. Сильно всех валик. А уешь. Застаньте круг. Застаньте, попробуйте, застаньте, у меня 5 секунд. Да я могу отлететь. Я ж скиллованный. Лужи из подвалик ушли. Ушли. Ушли из подвалик. Добиваем. Вышли, вышли. Тут надо на краю оставаться. Не ходите по лужу. Спасли одного, да, тут? Последние вальки будут.
Ну куда ты идешь? Как мы сейчас встаем в квадрат все? Два хила только что? Быстро, да. Че, два хила? Три, по-моему. Швейц под это или... Валик. Разбили Валик. Две Валька, сильно Валик играет, и будет перевод. А вы ешьте. Кружок стан добили. Все, добиваем, на край все пошли. Сейчас будет дружба еще. Все, перевели на край. По-моему, у нас 4 хила сейчас, да? Или 3? 3. Ну, все так и было сначала 3. Агро не срываем. Напуливай. Второго и четвертого. Там напуливай. Ты дурачок, что ли? Даю гимн ману ставь. Давай. Этого играем, духа, кружок. Не сравните агро, бейте сферы, не забывайте. Теперь этого играем. Нового не пробуем. Сферы бьем. Забирайте. Теперь только кружок точечно играем. Четвертого духа не трогаем. Не сорвите агро, выбирайте танк. На край приготовились, на край пошли. Захотели рейд. Танков диспел, сало с них диспел. Кружок бьет. Смотрит комната, квадрат, звезда. Собираемся сразу в меточку. Все в квадрат. Все в квадрат идет. Собираемся, собираемся. Идем. Сюда вжались. Пробегаем вперед. Здесь стоим. Не бегите вперед туда, там бомба падает. Ну чё, блин, дебилы, что ли? Охуенно ты, Войт, ком ты, Войт, просто бог. Войт, такая руина, жесть. Нахуя вы вперед побежали? Я стоял, а я побежал. Закрой рот свой самогон. Вставайте, побежали. Что я плохого сказал? Я просто скажу, как ты охуен ком ты. Ты это бабушке своей говори, понял? Так, ладно, не повезло просто. Просто в квадратике надо было стоять, я дамаг не получил. Вы все ломанулись. Сейчас давай я просто повожу комнату и все. Там просто две метки была и, блядь, какая-то поебота. Тебе нужно было бежать. А, так это из-за двух меток, наверное, глаз левый смотрит влево, глаз правый смотрит вправо, да? Вот так произошло. Я, наверное, в РК сказал или меня плохо слышно. Квадрат бежим. Если плохо слышно было, ребята, сделайте погромче. Сейчас я шмотки сменю. Короче, давай просто на меня звезда будет, я там на второй фазе и на третьей положу. Чтоб там людей не это. Хорошо, я тогда квадрат сниму себя потом. С себя. Блин, еще 5 лок. Пять локов было в рейде, и только двоих схватило за все волны. Да сейчас хватит больше, не повезло. Я вот сейчас дал стан, потому что на первых вальках мою метку схватило лока, вот, и я дал стан на вторых, поэтому на третьих чувак улетел. Может, так не надо делать? Ладно, в общем, я выскажу свое мнение. Я согласен с самогоном. Смотри, нет, да подожди. Все станы откатываются у ретриков без талантов, если эта цель станется в самом центре сразу, с пула. Тогда можно станить каждой вальки. У меня так, то есть, все четко. Каждый? То есть, типа, да. Каждую минуту? То есть, да, я ретриком станил первую вальку, и, ну, первую волну валик, и вторую волну валик. То есть... Эти люди, как это делаешь в центре? Он не откатывается стан же, Олег.
Я имел в виду, вот вторая волна идет, людей хватает в центре, и их можно потом чуть позже застанить. Не, ну позже, да, но у тебя, получается, на третью волну уже не будет стана. То есть ты, ну, поздно будешь их станить. Но все равно буду. Герцогиня, ты... Но смысл в том, то, чтобы застанить всех валик вначале у лича. Если ты сразу застанешь, они никуда вперед не двигаются. А там, допустим, уже если на краю станет, они там могут вперед двинуться, там... Типа... Это как люди встанут. Если в одной точке будет стоять, то без разницы, когда их станет. Ну, так, да. По сути. Герцогиня, ты тут? Драгма, вставай. Откуда? Ты умирал. В могилу. Я жив. Да я знаю, что ты жив. Там. Нажмите на сумон. Все, он тут. Да, драгма 190к по сферам. Хорош, да? Да мало как-то, я в хило-шмоте тебя передамажил. Так, так я не знаю, зачем ты бил их. Ну, потому что никто не бил. Так я же их бил. Синдин еще. Можно, бил. Пожалуйста, перекинуть меня в пати хило? Не. Умоляю. Не-а. Зачем тебе локом идти в пати хила? Потому что демон прям пипец садится по мане, приходится постоянно жизнеотвод беспонтовый тыкать. Боже, Ракшас, кидай его в чай сразу. Давай, ладно, что там, будешь чекать. Пускай демон лохнет, садится по мане, лол. Я про то, что у тебя есть такая способность, как жизнеотвод. Воротьте здесь, жри с ПД, это воротьте. Жри с ПД, прием. Ворот. Какой жизнеотвод в ротации? Зачем? Зачем? У меня нету символа на жизнеотвод, нахуй нужен. А ты когда перебегаешь, что ты делаешь? Такой жизнеотвод. Поворот. Молодец. Тебя ждем. Ты понимаешь, ну, что, ладно, что вот на, да, вот допустим... Интересно. Лови чес. Поворот пришел, принимаем все готовность. Сейчас там лап. Есть. Запустил луча. Стойте в звезде. Войт вводит комнату? Нет, я повожу. И вторую фазу просто звезде стойте. Блин, это надеюсь, ты улетишь. Поклонский в центре босса ставь и смотри, где звезда стоит. Равняй босса под рейд. А не мы постараемся под тебя, понял? Если там БДК ступит, он лича как-то не так поставит, все равно стойте в звезде. Приготовились, 5 секунд, все делаем четко. И идем в РС-ку. Чума, 3 секунды, смотри. Зеленка побежал. Успех. Смотрим ловушку. Милики пробежали. А, посвём. Все, стоим, стоим. Ловушка стояла. Сейчас еще ловушка. Чума, 3 секунды, приготовились. Смотрим, чума, там побежал. Великий быстрее туда, великий квадрат. Зинаида поднимает полностью. Ловушка, смотрим. РДД. Чума, секунда, смотрим, выносим. Антихам снова побежал. Успел. Ближе к краю протопал. Проводим милик. Слен, забери кружок. Кружок, забери это.
Моб с чумой, забери. Моба с чумой забери, кружок, быстрее. Забери кружок, мы пошли ближе к порталу. Ловушка, смотрим. Удроп, чума. Диспель сам себя быстрее. Быстрее диспель. Или тут прошли, чума секунда. Здесь переходка. Перевод. Диспел меня. Диспел. Все, все на кран. Антихам на ману. Бьем сильно духа. Берите раньше. Бейте вы духов, я побью сферы. На ком вурдалаке подойдите в дух. Подвините мне. Последний дух сильно бьем. Зашли, сферу добили. Давайте нет. Валик разбивается. Вок. Две валик бьем в центр. Рост, дайте, дайте рост. Уже один, отлично. Сейчас как первая валька спустится, сразу вправо-влево бегите, лужа будет. Стан давать вальки? Готовились лучше сейчас. Убежали. Угу. Бьем, валик. Одну. Сильно бьем. Малого схватил. Я же говорил, что сейчас сначала лужа, потом в центр. Люди, приготовьтесь выйти с лужи. Не вышли из получа. Вышел. Все, все, не заходите, милики, в лужу. Вот. Ключа в центр. Все в звездочку. Звезду, плевать, плевать, что там лечит. Звезду, встаньте. Все вас с одной точки палит. Валя, бьет. Все бьет. Кружок, через кружок играйте, протопал. Учитесь. Надо в центр 1%. А, да, на край пошли. Весь рейд к нам сюда идите. У нас там бля, ты встанешь или нет? Сука. Поклонский, ну пиздец, сейчас тебя рестну. Да падайте нахуй, тут уже не здесь. За чего сейчас сдохли? Мне повезло немного, там шамана схватило и рейд просел, и БДК упал.